Латвийский центр современного керамического искусства и центр Марка Ротко объявили о приеме заявок на международный керамический конкурс-выставку на приз Мартинсона. Отметим, что с именем Петриса Мартинсона тесно связана творческая жизнь центра Марка Ротко. Петрис Мартинсон – очень известный художник-керамист в Латвии. И он родом из Даугавпилса, он тут родился, он тут провел свои первые жизни. А тут была его первые такие испытания с глиной. Это была выдающаяся личность, отличавшаяся оригинальностью всего, что делал. Заслуг, регалий и увлечений Мартинсона не перечесть. Профессор Латвийской академии художеств, руководитель мастерской керамики, вдохновитель многих поколений мастеров, почетный член Женевской международной академии керамиков, архитектор, актер кино, альпинист, путешественник, кавалер ордена трех звезд. Еще будучи с нами в 2013 году, он подарил объемную коллекцию своих работ центру Ротко. Свои работы считал детьми и перед уходом в вечность отдал их в надежные руки работников центра. Мы очень ждем появления дома Петриса Мартинсона, потому что эта идея уже несколько лет тому назад родилась, и мы долго ждали реализацию этой идеи. И мы, конечно, рады будем открыть этот дом Петриса Мартинсона с экспозицией его работ, которую ждут тоже и его семья, и его друзья и коллеги, чтобы все время можно было прийти, встретиться с Петрисом через его работы. Керамика мастера уникальна, сделана из глины, фарфора, каменной массы. В центре надеются, что работы международного конкурса станут достойным продолжением идей Петриса Мартинсона. Приз Мартинсона – это конкурсная выставка современной керамики, которая проходит в рамках международной латвийской биеннале по керамике. И на эту конкурсную выставку приглашаются участники со всего мира. Они подают заявки с фотографиями своих работ. Сначала жюри отбирает участников выставки, и потом уже второй этап отбора, когда жюри приезжает сюда на место, оценивает работы и премирует их. Отметим, что и в Даугавпилсе есть целая плеяда мастеров, которыми мастер, уроженец нашего города, смог бы гордиться. Есть, однозначно есть, но получат ли они этот приз, решит жюри. Полная информация о конкурсе доступна на домашней странице Думы daugavpils.lv.